Переговоры о свободной торговле между ЕАЭС и третьими странами имеют важное значение, заявил премьер-министр Армении. «Мы ведем внешнюю политику в правильном направлении», заявил Пашинян. Баку проводит воинственную политику и угрожает Армении. Пол Гаван в ПАСЕ. Азербайджан несет ответственность за этнические чистки в Нагорном Карабахе. Обсуждение в ПАСЕ. Иран выпустил ракеты по Израилю. У нас была возможность атаковать экономическую инфраструктуру Израиля, но мы атаковали только военные базы, заявил Багеры. Израиль нанес удар по 100 объектам в Ливане. Израильская армия заявила о тяжелых боях на юге Ливана. Хуситы выпустили крылатые ракеты по военным объектам в Израиле. Возле посольства Израиля в Копенгагене взорвали 2 гранаты. Авиакомпания Qatar Airways приостановила рейсы в ряд стран, включая в Армению.